паровой ингалятор для небулазерной терапии и косметических процедур. Сегодня на распаковке ингалятор от фирмы BeWell, модель WN118. Комплект поставки следующий. Емкость для лекарств, маска для ингаляции, маска для косметических процедур, игла для очистки выпускных отверстий, инструкция и гарантийный талон на год. Ингалятор стационарный. Он занимает 26 см в высоту и работает от электросети. Весит немного. Всего 560 граммов. Управление очень простое. Кнопка на сетевом шнуре включает и выключает прибор. В стандартном режиме ингалятор поддерживает температуру пара на уровне 43 градусов Цельсия. Но это значение можно понизить. Минимальная температура подойдет для детей и людей с раздраженной слизистой или повышенной чувствительностью органов дыхания. В нижней части находится емкость, вмещающая 20 мл лекарства. Тут можно применять маслосодержащие растворы и эфирные масла, отвары, суспензии, настои и прочее. Для процедуры нужно налить воду в резервуар нагревателя, в емкость для жидкостей, лекарства. Надеть маску на верхнюю крышку прибора и начать ингаляцию. В комплекте также предусмотрена маска для косметических процедур. Она поможет насытить кожу влагой, очистить поры, придать лицу упругость и здоровый вид. У ингалятора есть функция автоотключения при отсутствии жидкости. Наш итог – это доступный по цене ингалятор для проведения небулазерной терапии и косметологических процедур. Для этого в комплекте две маски. Прибор прост в управлении, оснащен большой емкостью для лекарств и функцией автоотключения.